Сотрудники ГИБДД проверят родителей района под вниманием соблюдения правил перевозки детей. Под прицел попали родители, которые приводят детей в школу. Инспекторы еще раз напомнили им о том, что каждый юный пассажир до 12 лет должен быть обеспечен специальным удерживающим устройством. Однако, несмотря на то, что подобные акции в районе устраивают постоянно, это не до конца повлияло на сознательность взрослых. Произошло на данный момент за 8 месяцев 31 ДТП, в которых 34 ребенка пострадали. Это как раз те случаи, когда родители одного ребенка перевозят в кресле, а второго ребенка перевозят рядом. 3 ребенка пострадали, которые находились не в кресле. К счастью, погибших детей в таких ДТП нет, но ущерб для здоровья мог бы быть меньше благодаря ремню или автокреслу. Сотрудники ГИБДД отмечают, таких нарушителей за последние годы стало значительно меньше. Правда, чаще всего к покупке автокресла водители побуждают выписанный инспектором штраф.